Главное, СТ-шкам не перегородите дорогу. Вот сюда СТ-шки заскочите наверх. Вот сюда, как можно быстрее. Начинайте там шорох наводить. Все тяжи туда же едут. Прямо вот так по прямой. Ярта, вставайте так, чтобы нам помогли вот на этом проходе. Бой начинается. Катар справа, да? Кастер, не стой! Раш, не толкайтесь только при езде. Макс, сдвиньте, Макс. 54-ки без остановок залетаете, вообще без остановок. Тридцатки бы подойдитесь. 54-ки вообще не останавливайтесь, стреляйте без конца. Ой, гоняйте без конца. Спускаемся, вниз, спускаемся, вниз. Народ, вниз быстрее. Не останавливайтесь. Мураш, мураш, приехали. Внизу они не смогут по вам попадать. Один на мост ушел. По одной цели. Артур, помогайте, по одной цели стреляйте. Так, сейчас, народ, не вылазите сильно. Сзади, сзади, смотри. Если... На мосту двое. Не, блядь, надо, наверное, назад отходить. Спуститесь, не вылазите. Пока не вылазите, вниз спустись, маля. С моста идут, с моста трое. Маля, уходи вниз. Справа, смотри. Сбоку еще один. Т-30. Так, давай пока на мосте. Развернитесь. Сверху, А ты вот сюда можешь помочь? Сверху, сверху вываливаюсь. Блядь. Да-да-да, ты выезжай вперед. Добивай фугасом, если что, 60% осталось. Нас с фланга. Слева, справа, справа. Справа, смотрите. Тридцатка там справа. Блять, хаусров, я говорил, не лезь. Она пошла на базу к нам. Они пошли, короче, к нам на базу, смотри. Вращение базы невозможно. Уничтожен механизм. Командир там тоже. Видимость снижена. Студены, как-нибудь спрячься. Сейчас у них артиллерия переедет, и все. Да, мы здесь, блядь, сука, загнулись в этом месте. И что дальше? Сейчас попробую светануть чуть-чуть. Тушился, смотрите вверх, смотрите справа. Нас спасет Т-30 и Арт. Там сейчас еще их вынесет. Арту вынесите. Смотри, вот она вошла. На мосту. Блять, ты смотри, тридцатка на мосту. На мост, на мост, на мост, на мост. Пусть их убил. Все, нету, нам нету на мосту, нету. Свечу опять, свечу. Ну косный дефим под. Артов, вон на арту. Студенный, не лезь, можешь, не лезь. Все, работай, парень. Все, работай, парень. Подсвечу опять. Осветил. Ты пострелял.
Отлично, отлично, Игорь. Молодцы. Нормально. Вот здесь 30%. Не торопимся, не торопимся. Да-да-да, 24%. И 7 с левой стороны под горочкой стоит, сука. Позицию можете поменять, а? Туда все равно не прострелим. Может по леднику, Андрей? Да я вот думаю, может Федя объедет? Может давайте я на Т-30 сбегаю туда? Вот сюда попробую проскочить. Пока стойте здесь. Под мостом пройдите и зайдите с 9-0 квадрата, один хотя бы. Пойдем, я с андроидом. Не все. Да, с андроидом, тяните. Езжайте вдвоем. Все. Да, с Андрюхой, давайте. Т-30 поменял место, блядь. 24. Едь, Федя, едь. Все, нету. Где стоят? Диман ждёт нормально. Подъеводу. Опа, назад, студёный с андроидом, назад! Все. Пока работает. Вон Т-30 дохлый, ИС-7, то есть, вот. Добивайте вот этих, назад, народ. ИС-7, добейте. Добейте ИС-7. Слюз бил, да ну нахуй. Давай. Давай, тащи. Да тащим. Да ёбаный. Женя, давай. Заряжайся, Женя. Отъедь, Женя. Блять, добейте, все. Есть. Давайте, пошли по центру. Тихо, не обольщайтесь еще, это реды. Вместе держитесь, тяжесть. Да, вместе. вдвоем. Так, карте, наверное, надо сместиться так, чтобы это простреливать ихнюю базу. Я уже навелся на базу. Хорошо. Вы только плотно рядом с собой, метрах 20 езжайте, чтобы сплэшем обоих не убило, жизни мало вас. Да там сплэш смешной, там бронебойно будет стрелять. Я первый поеду. Ну, всякое бывает. Да, Федя, я Андрюха первый. Пускай первый, у него обзор больше. Не-не-не. У него рикошет может быть. От Феди. Голда бронебойный, все равно рикошет может быть. Все, давайте, езжайте вдвоем. Главное, что парта нам помогла сейчас. Федя, первый смелее, езжай. Опа, вон, он там, на базе, езжайте, на базе. На захват, Федя, блядь. Да на захват, просто Федя. Он промахивает. Отъезжай, не стреляйте. Я прекрасно вас слышу. Справится, че вы, блядь? Да, блядь. Паника. Да все, мы держим его, все. Есть! Все! Ебать!